Давайте дальше продолжим. Почему я делаю видео? Потому что, видите, у меня изумительный свежий маникюр. И как-то неохота, ну, занимаешься домашними делами, садом, огородом, все это слезает, опять надо красить. Ну, не хотелось бы мое кольцо, которое я нашла наконец-то. Вот оно такое от соколов шикарнейшее. И, в общем, не хотелось светить страшными ногтями, вот поэтому делаю видео, знаете, в один день, в один присест. Много видео, и тут муж позвонил. Вот. Поэтому я отключилась. Так, продолжим далее. Но это, я думаю, не знаю, сколько. Видите, какой толстенный журналище. Поэтому продолжим далее. Ну, смотрите, бирюза. Бирюза шикарнейший, конечно, камень. Но он такой. По бирюзе определяют состояние вашего здоровья. Потому что если бирюза меняет цвет, то вы чем-то больны. Почему же так? Да потому что камень, он же имеет свой химический состав, и наша кожа, значит, тоже выделяет токсины и яды, и эти токсины и яды, соответственно, входят в реакцию, и получается, если бирюза зеленеет, она была у вас голубая, она потом портится, значит, да, у вас какие-то проблемы со здоровьем. Ничего в этом магического нет, это химический именно процесс. Смотрите, вот эти мне туфельки очень нравятся, да. У меня, кстати, такие были, но балетки. Я помню, в 90-м поступила в университет, и потому что первый год я поступила не туда. То есть я поступила бы, но мне не захотелось в этом городе учиться. В общем, и правильно я сделала. Выбирайте все-таки город и по возможности большой культурный центр, и там намного интересней. Будете развиваться в культурном плане, и это будут незабываемые года. Конечно, мне мама пыталась о Москву, Москву, но я что-то Москвы испугалась. Ну, не знаю, это сейчас вам не страшно, да, в то время как-то страшновато. Я вообще удивляюсь, у меня подруга, она уехала в Москву так рано, и мы так, о, они в Москве. Очень много одноклассников в Москве живет, кстати. Много, кстати, в Америку уехали. Так, и, в общем, у меня такие были балетки с таким носочком. Ну, естественно, покупала я это в секонд-хенд. Секонд-хенд, знаете, тогда были очень дорогие цены, кто привозил из-за границы вещи там, сдавали в этот секонд-хенд. Комиссионный магазин по-другому называется. Ну, там, знаете, туфли итальянские по 100, 100 рублей, по 150 рублей стоили. Ну, знаете, 150 рублей. Ну, это зарплата тогда была 150. В общем, поэтому, знаете, в то время никто не гнушался там хорошую обувь купить, хоть и по подержанную, потому что, ну, не было ничего приличного. Приличное я вам сразу скажу, когда появилось в магазинах. Ну, так, свободно можно было купить, без драки. Это где-то 92-93 годах. Такое более-менее приличное. Инфляция была просто какая-то сумасшедшая, знаете, в 90-е годы. Это был какой-то ужас и кошмар. Например, за неделю надо было поменять деньги, а деньги, знаете, выдали специально зарплату с сотками. И надо было поменять быстро. А если вы не поменяли в какой-то срок, просто эти деньги мусор становилось. Вы ничего не могли на них купить. Вот. Я помню, как у меня стипендия, значит, в 90-й год я поступила в сентябре, получается, да, в университет. У нас была стипендия 40, в декабре она уже была 90 и так далее. Потом уже, знаете, когда заканчивали университет, по-моему, уже там было 7 или 5 тысяч. Вот такая инфляция была очень сильная. Ну, надо как-нибудь сделать видео про 90-80-е годы, может, даже с 70-м начать. Ну, то, что так забавно, интересно. Люди, которые там восхваляют совок, они просто в нем не жили. Или, знаете, их молодость приходилась, может быть, там на 60-е годы. И как бы, ну, не знаю, просто молодость люди пытаются, как сказать, воспоминания улучшить. Но если логически соотносить, как бы логически анализировать это время, ничего хорошего там не было. Ну, молодость, молодость была, да. Ну, показываю вам,
Кому как повезло, знаете, у кого-то были, у меня, например, знакомых было родители там, высокопоставленные руководители были, конечно, неплохо, неплохо они жили. И по Америкам они ездили, и по Европам, и, в общем-то, все у них было, но это не значит, что это было у всех. А вот видите, клеточка опять, сейчас клеточка в моде же у нас, да? Смотрите, сочетание такое неплохое. Ну, такие, видите, бижутерия, ремни, балеточки. Так вот, про эти балеточки ты не рассказала. Купила я их. И у меня все пытались эти балетки кто-то на что-то сменять. Мы менялись тогда. Ну, я имею в виду там, давай поменяемся там. Я тебе то, ты мне это. У меня все балетки эти пытались сменить. Но они были шикарные. Такие синие, знаете, здесь какой-то цветок еще бежевый был. Из натуральной кожи. Ну, типа такого плана. Ну, есть такой, знаете, носочек открытый. Ну, такой секси-секси. Ну, я очень много сама шила. И, в общем-то, я была такая. Шила, кстати, по немецким журналам. Еще один немецкий журнал покажу вам как-нибудь, если у вас интерес есть, ГДРовский. Там очень много интересных моделей и просто, знаете, находка для дизайнеров русских, российских. И не знаю, и Ульяна Сергенко, она же вообще, говорят, там берет старый журнал модели, журнал мод и просто клепает свои модели. Я в это верю, кстати. Вот. Эти рекламы. Смотрите, какие интересные брючки. Вот эта деталька мне нравится. Смотрите, там отстрочка идет. Морская тема. Бомберы, смотрите, в моде. Вот они, бомберы. Ну, кстати, в ТКМX видела, бомберы продаются. У меня, кстати, бомбер был. Точно. Так, сейчас скажу. Мне маман купила бомбер. Может, 88, может, 90-х. У меня был бомбер. Естественно, сшит он был каким-то кооперативом. Но, знаете, тогда людям дали свободу. И вот тогда и появились товары, знаете, всякие там. И джинсы, варенки, бомберы, и обувь. Хоть она была ужаснейшего позорного качества. Но как-то, знаете, рынок очень сильно развивался. Люди, у кого были руки. Смотрите, вот. Бомбер тоже примерно. У меня примерно такой бомбер. Здесь была, значит, вот эта резинка. Здесь резинка была. Вот так вот шла. И здесь резинка была. Такого, знаете, ярко-розового. Цвета розы. Такой мягкой, как у меня в саду. Я вам показывала розу в моем саду. Вот. Смотрите, какие брючки. Кстати, видела новая бурда. У них такая юбка. Вот такая. И здесь, значит, идут, типа, как карманы. Вот так же тоже пришито. Ну, в общем, смотрите, интересные брючки. Интересная, кстати, юбочка. Такая вот отделочка, видите? Ну, это так смешно, конечно. Если я неожиданно прерву, значит, у меня пришел муж, и я потом сделаю вам еще одно видео. Ну, такими частями буду выдавать. Смотрите, какие вот пластиковые были эти клипсы. У меня, кстати, то ли выкинула, то ли есть. У меня в то время вот очень много появилось всяких интересных украшений кооперативных. Именно из пластика, очень интересных. Ну, дорого они стоили, я вам скажу. Но так как я сама, вот видите, зарабатывала в летние каникулы на заводе, ну, сколько мы получили? Где-то, знаете, вот я такая дурная, надо было мне купить кольцо вместо барахла. Но так как барахла не было, поэтому кольцо не купила. Лучше бы я купила себе кольцо с изумрудом. Настоящим, кстати, российским изумрудом. Не синтетика, а именно настоящим. Но они дорого стоили. Но могла я покупить. В общем, где-то в месяц мы получили, по-моему, 100 рублей. Так, в каком году мы были? Так. Ну, в 88-87 мы зарабатывали с ней. По-моему, месяца два мы с ней были. И потом мы еще тоже так после учебы работали, и нам тоже денежки какие-то платили. В общем, мы ходили, кстати, знаете, в ночные смены. Это было, значит, до 11 часов. Во вторые мы ходили. Да, мы во вторую смену ходили. Там с двух, с трех, там, в общем, до 11 иной раз. Ну, конечно, все соблюдалось. Это, ну, у меня папа не, по-моему, стучал.
вечером. Так, интересно, эти фирмы существуют? Сильхоль. Видите, какие красивые очки. Ну, это такой халатный стиль. Очень много, смотрите, рекламы. Очень много рекламы. Вот это платье, конечно, секси. Но оно, видите, очень низко опущено. А, хотела еще сказать. Это же первая бурда, по-моему, может, кто помнит. Маша Калинина снималась. И для нас она вообще была страшная. Честно говорю, когда это Маша Калинина сказали, что она первая красавица Москвы. Это же первый конкурс красоты был, и она была первой красавицей Москвы. Там второе место, по-моему, Оксана Фандера заняла. Но вот она была реально красоткой. Потом, по-моему, она вышла замуж за кого-то там, за сына артиста какого-то, по-моему, Янковского. Точно не помню. Но она снималась в каком-то фильме. Но она красотка. Но для нас Маша Калинина казалась страшненькой. А потом я вот сегодня так подумала, почему ее Энна Бурдата сказала, типа, пусть она будет сниматься, да, в моем журнале. Да потому что у нее такой, в то время котировался такой фейс. Такой, у него, знаете, у него не русский фейс у Маши Калина, а именно такой, какой-то итальянской, европейской, но такой южных стран, там, Испания, вот это вот, Португалия, Италия, чуть-чуть что-то немецкого. Но она по тем временам, вот видите, какие фейсы. Смотрите, какой принт красивый. Поэтому ее взяли. Ну, она, по-моему, сейчас в Америке живет, в районе Голливуда. Но она симпатичная, симпатичная. Но для нас она не была красавица в то время. Сразу вам скажу, мы очень были шокированы, удивлены. Но для Европы она была такая довольно-таки интересная по лицу. Ну вот смотрите, вот видите. Маша Калинина примерно такого плана была. У нее такие какие-то лицы, черта были странноватые для нас. Вот. Что вы думаете, кстати, про Машу Калинину? Про ее фейс. Именно те, которые... О, смотрите, какая красота. Это что у нас? Летучая мышь была в моде. Надо что-нибудь из летучки шить на лето. Джерси вискоза. Это мини-платье, кстати. Представляете? Что вы думаете про нее? Астер, вот. Косметика Астер. Маргарет Астер. Может, она Астер убрали, потом стала Астер? Это нам Маша Калинина примерно такого типа, смотрите. Вот, почему я говорю, ее выбрали. Для нас это было удивление. Вот Шеба. Коты. Реклама. Типа бомбера, видите? Такие забавные. Юбочка, кстати, неплохая, смотрите. Тут, говорю, идея тьма тьмущая. Не то, что сейчас вообще ничего нету, одну модель там эксплуатируют. Вот эти, помню, фены. Не понимала я, как ими завиваться. У меня, кстати, такая была. Но они съемные были. Съемные. Разные там можно было расчетки. Советского производства. Это Браун. Тут у нас нижнее белье. Смотрите, какое интересное. Можно самим шить. Так, это ну что, дезодорант для детишек. Яркая такая одежда. Ну, знаете, бурда тогда чем потрясала, там было очень много таких моделей. Красная, 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 красная. Олимпийский знак. Прекрасная, значит, кожа. Браун. Смотрите, мне кажется, это регатор. Точно, это регатор. И видите, разных. И зубная щетка от Браун. Вот такой, кстати, намного удобней. Ну, дома лучше держать с большим объемом. У меня такой был, потом что-то сломался, выкинул я его. Сейчас у меня другой регатор. Аман.
Нитки. Нитки, кстати, очень дорогие здесь, в Германии. Знаете, одна катушка ниток таких можно в ТКМX потом на скидку купить себе уже готовую одежду за 2 евро, за 3. Тут они рекомендуют нам, что носить, какой формой тела, что вам идет. Я говорю, вот просто тут очень много всего было. Вот, типа бомберов. Видите, такие модельки. Так, что это у нас такое? Зубы чистить. Уже мне таких, по-моему, и марок уже нету. Тут они нас учат, как шить карманы. Я так понимаю. А, тут Кенволь, это есть марка для ног. Уход. Хадсон. Все, я заканчиваю. У меня муж приехал. Смотрите, тоже какой интересный образ. Продолжим далее. Смотрите обувь. Всем пока!